Кубань – один из самых популярных и густонаселенных регионов нашей страны, и гостей сюда прибывает немало. С наступлением хорошей погоды, приближением летнего периода, ко многим славянцам приезжают родственники и гости из Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, других регионов. В нынешних условиях им нужно учитывать необходимость соблюдения карантинных мер. На основании постановлений главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева все граждане, прибывшие на Кубань, обязаны соблюдать в течение 14 календарных дней со дня прибытия режим самоизоляции. Приехавшие жители Краснодарского края обязаны выполнять требования по изоляции в домашних условиях, а те, кто проживает в других российских регионах, должны соблюдать изоляцию по месту своего пребывания на Кубани, в доме родственников, друзей, а если это невозможно, в условиях обсерватора. О своем прибытии, а также месте, датах пребывания в Москве или Санкт-Петербурге, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, они должны сообщать на горячую линию по телефонам 8 800 2366 и 8 918 677 49 89. За нарушение требований о самоизоляции предусмотрена административная ответственность. Всем жителям Славянского района, кому приехали или приедут гости, родственники из других регионов, нужно разъяснить им важность исполнения требований о самоизоляции, ответственном отношении к своему здоровью и здоровью других людей. Только совместными усилиями мы сможем противостоять распространению коронавируса.